С вокзала Сергей Степашин и Андрей Клычков отправились на торжественное мероприятие, которое прошло в обычном Орловском дворе. Поводом ему послужило присвоение дому номер 7 по улице Лазурной звание дома образцового содержания. Такой статус домам присуждает местная администрация с учетом определенных критериев, среди которых внешний вид, состояние прилегающей территории и внутренний порядок. Андрей Клычков, выступая перед жителями и гостями, отметил активное участие региона в федеральных и национальных проектах по благоустройству и созданию комфортной городской среды. Благодаря поддержке федерального центра в текущем году на эти цели предусмотрено 732 миллиона рублей. Будут благоустроены 144 дворовые, 44 общественные территории. Среди них есть знаковые объекты, в том числе совсем рядом с вами. Это и Парк Победы, и площадь Жукова, которая, кстати, на завершающемся этапе голосования по общественным территориям занимает лидирующие позиции. Я думаю, что жители поддержат, и мы выполним свое обещание. И уже в этом году приступим к работам для того, чтобы создать комфортную среду. Табличка дома образцового содержания, а также памятный знак качества ЖКХ были вручены директору управляющей компании, обслуживающей этот дом. Отличительный знак сразу же был закреплен на фасаде здания. Затем гости осмотрели дом и побеседовали с его жильцами.